Вот считанные часы остались до нашего путешествия. Все авиабилеты мы купили заранее, так вышло гораздо дешевле. Нам осталось лишь собрать наши рюкзачки. К слову о них, мы для себя заранее решили, что не будем сдавать вещи в багаж. Поэтому берем с собой 30-литровые трекинговые рюкзаки, которые купили специально для того, чтобы они проходили по нормам ручной клади. Маршрут нашего путешествия такой. С Краснодара мы летим в Москву, и вечером того же дня летим из Москвы до Бангкока с пересадкой в Абу-Даби. Мы летим в компании Etihad. Рейс задержали на 3 часа, но, к счастью, нас успокоили, что стыковочный рейс в Абу-Даби нас обязательно дождется. Несмотря на задержку рейса, отличное настроение сразу же вернулось к нам после того, как мы сели в самолет. Самолеты у Etihad очень комфортные, у каждого своя мультимедийная система, стюардессы очень вежливые, а кормят просто на убой, к тому же очень вкусно. Ну вот подошел к концу наш 16-часовой перелет, и мы приземлились в аэропорту Бангкока Суваранабхуми. Гражданам РФ не нужна виза. По прилету нам поставили штамп в паспорте, позволяющий находиться в Таиланде 30 дней. Там же в аэропорту купили местную симку, а после спустились к метро, которое довезет нас прямо в центр города. Наш отель находится в старом городе, и чтобы добраться до центра, мы решили воспользоваться общественным транспортом, так сказать, окунуться в местный колорит. Автобусы в Бангкоке очень разные, от таких, что вовсе без окон, как вот этот, до очень комфортабельных, с кондиционерами. Сразу же решили попробовать уличную еду, шашлычки из креветок. Надо отметить, что в Таиланде самые маленькие креветки, это как в России, королевские. Шпажка шашлычка обойдется в 20 бат, что совсем недорого за такую вкуснятину. Целью нашей прогулки было посещение вещевого рынка, который находится в районе небоскреба Байок Скай, так как из вещей мы из России практически ничего не взяли, что оказалось очень правильным, потому что одежда в Таиланде везде и повсюду. Иногда было такое ощущение, что каждый второй житель Таиланда что-нибудь шьет. Цены намного дешевле, чем в России, да и качество получше. Подкупив одежды, мы решили просто походить, поглазеть на все это разнообразие.
Внутри рынка наткнулись на алтарь, посвященный нынешнему королю Таиланда Рами IX. Король живет в сердце каждого тайца, его называют отцом тайского народа. Позже мы не раз убеждались в искренности любви тайцев к своему королю, что в принципе совсем не удивительно, глядя на современный обустроенный и процветающий Таиланд. Взяты такие маленькие. Смотри, а здание Ронан делает приветствие. Движение в Бангкоке очень плотное, но в то же время очень дисциплинированное. И несмотря на кажущуюся хаотичность движения, мы за все время не увидели ни одной аварии, как впрочем и лихачей, гоняющих с визгом шин. Все ездят быстро, но в одном потоке, все друг другу постоянно сигналят, но только для того, чтобы обозначить себя. Вообще, удивительной особенностью тайцев является то, что они никогда не ругаются за рулем, что бы ни было. Выражение негативных эмоций считается слабостью характера. Наверное, это как раз одна из причин, почему жителей Таиланда называют нацией улыбок. Люди очень доброжелательны, и нам, приехавшим из России, это сразу бросается в глаза. Слегка проголодавшись, мы зашли в небольшую закусочную, и наш выбор был очевиден. Мы решили попробовать знаменитый тайский суп том-ям. Ну все, вот он, пробуй тайский том-ям. Посмотри на ее размеры. Ну? Наш первый тайский обед. Это же видео, правильно? Да. Сравнимся к сирийскому. Ну как тебе оригинальный том-ямчик? Мира острова. Все, давай мне, теперь я буду есть. Мы решили еще немного побродить по центру. Табло на одном из домов показывало температуру воздуха 36 градусов. Но это нас совсем не беспокоило, не мешало насладиться комичной тайской рекламой, которая, к слову, во всей Азии поражает своей простотой, тупизной и юмором одновременно. Устроив небольшие обнимашки с пальмой, мы решили купить домой чего-нибудь вкусненького и отправились на поиски экзотических фруктов. Купив спелую питахайю, удивились многообразию различных фруктов. Неужели возможно все это попробовать? Хорошо погуляв, мы стояли и думали, как будем добираться до нашего отеля. Как вдруг, откуда ни возьмись, появился тук-тукер. Тук-тук или моторикша – крытый трехколесный мотоцикл, одна из визитных карточек Юго-Восточной Азии.
Поездка на тук-туке – это отличный способ ощутить колорит местных дорог. А для тех, кто поедет таким образом первый раз, вот как мы, это еще и своего рода развлекательный аттракцион. Тук-тук очень маневренный в пробках, а на прямых дорогах несется с ветерком. Его моторчик задорно жужжит, вокруг проносятся байки, и жизнь этого динамичного города ощущается как никогда. Кстати, мы заметили одну особенность. Большинство машин в Таиланде полностью тонированы. Дело в том, что это не запрещено законом. Климат в Таиланде жаркий, и хотя большинство машин это новенькие японские иномарочки, в каждой из которых есть кондиционер, дополнительная защита от жары никогда не помешает. Совершенно очевидно, что правительство страны, заботящееся о комфорте и благополучии своих граждан, это прекрасно понимает. Если будете в Бангкоке, обязательно прокатитесь на тук-туке. Это очень весело. К тому же обойдется дешевле такси. Цена, конечно, зависит от расстояния. Например, от Вацакета до Чайна-тауна. Если поторговаться, поездка обойдется в 50 бат. От того же Вацакета до ТЦ Сиам Парагон – 100 бат. Хотя, когда мы не знали стандартную цену до того или иного района, мы, конечно, переплачивали. Потому что не знали, до какой суммы можно торговаться. Нам очень помог хозяин одного отеля, в котором мы останавливались. Он рассказал, больше какой суммы не надо платить до разных достопримечательностей. Мы тоже вам советуем узнать при первом удачном случае примерную стоимость поездок от вашего отеля до разных районов города. Это поможет вам гораздо увереннее чувствовать себя при передвижении по Бангкоку и, конечно, сэкономить. Вечером мы пошли на продуктовый рыночек, на котором можно не только купить себе чего-нибудь на ужин, но и просто с интересом погулять по нему. Большинство тайцев не готовит дома, а предпочитает покупать еду вот на таких рыночках, которых множество в разных районах города. Цены довольно низкие, пакет уже сваренного риса 15 бат, и к нему тайцы набирают разных соусов и чего-нибудь на гриле. Все это выходит примерно в 100 бат. Стоит. То, что он не в центре, вот, уже видно,
Себе на ужин мы тоже накупили всякой всячины. Тайцы обожают рыбные шарики, и мы тоже решили их попробовать, и заодно взяли по одной шпажке разных других шашлычков. Если честно, дрянь еще та, выкинули почти все, особенно противно вон те оранжевые, фу! Так как наш отель находится в старом городе, рядом с нами в пешей доступности оказалось много достопримечательностей. Одной из самых знаменитых достопримечательностей Бангкока бесспорно является храмовый комплекс Ват Сакет, или как еще его называют, Золотая гора. До начала строительства небоскреба Ват Сакет высотой 76 метров был самым высоким зданием Бангкока. Даже сейчас панорама с крыши храма просто завораживает. К тому же на территории комплекса есть и другие интересные храмы. Но обо всем по порядку. Начинаем нашу экскурсию, как и все, с лестницы, в которой ни много ни мало 308 ступеней. Уже с лестницы открывается потрясающий вид. Мы находимся в районе, который называется Старый Бангкок. Здесь очень колоритные дома и много храмов. А вон там, вдали, где небоскребы, это современный центр города. При входе в храм видим алтарь с множеством статуэток Будды и других святых. Обычно тут необходимо разуться, но голос, постоянно повторяющий одну и ту же фразу, говорит этого не делать, по всей видимости из-за высокой популярности места у туристов. Поднявшись на крышу, было трудно сдержать эмоции. Невероятный вид, энергетика места, смешанная с искренней радостью от посещения, вызывают чувства, которые нельзя передать никакими словами. Если вам когда-либо случится побывать в Бангкоке и вам интересно узнать больше о буддизме и храмах, обязательно посетите Ват Сакет. Ну а пока давайте вместе насладимся этими необыкновенными видами с некогда самого высокого здания в Бангкоке.
Буддисты, а также просто люди, желающие выразить свое уважение великому практику, достигшему просветления при жизни, клеят листочек сусального золота, поджигают ароматические палочки и преподносят цветок лотоса. Мы тоже решили поблагодарить небеса за то, что нам посчастливилось побывать в таком замечательном месте. Нет никакой пафосности или особого ритуала, просто каждый человек подходит и зажигает палочки, вставляет их в песок, искренне произносит внутри какие-то слова благодарности, вот и все. В Таиланде каждый мужчина должен раз в жизни побыть монахом, как правило, не менее 3 месяцев. Отпуск для этого дают по первому требованию. Буддийские монахи в Таиланде пользуются всеобщим уважением и почитанием, ведь это люди, которые на всю жизнь или на определенное время отреклись от мирских ценностей для того, чтобы познать всю глубину учения Будды по пути к достижению нирваны. Буддийские монахи в Таиланде не имеют права владеть никаким имуществом, за исключением своей одежды оранжевого цвета и котелка, с помощью которого монах собирает пожертвования. Вад Сакет – это не только гора с золотой ступой. Спустившись вниз, мы решили походить по всему храмовому комплексу. И как оказалось, не зря. На территории есть просто потрясающие храмы. В других храмах комплекса царит спокойствие и тишина. Большинство туристов сюда не заходит. В одном из них находится высокая статуя стоящего Будды. Мы немного знали о буддизме и старались при первой возможности выразить великому практику свое уважение. Потом, не спеша, принялись осматривать внутреннее убранство. Походив по крытой галерее с множеством статуй, мы вышли во внутренний двор, посреди которого стоял храм. Место настолько безлюдное, и нам совсем не верилось, что в каких-то 50 метрах ходят нескончаемые толпы туристов. На крыше храма изображен Гаруда, наполовину человек, наполовину птица. В буддизме Гаруда символизирует просветление ума, а в индуизме является ездовой птицей бога Вишну. Внутри храма, кроме нас и чирикающих воробушков, никого не было. На стенах удивительные росписи о жизни Будды. Большинство людей видят в Будде конкретного человека, Сиддхартху Гаутаму, жившего около 2500 лет назад на территории современного Непала и Индии. Но сам термин Будда, санскрит, означает буквально «пробудившийся». В буддизме это наиболее высокое состояние духовного совершенствования. В буддийской космологии говорится о неисчислимом количестве подобных существ, каждый из которых в свое время открыл дхарму, то есть истину, и достигло просветления. Будда, согласно базовым представлениям буддизма, представляет собой не бога, а учителя, обладающего способностью вывести разумные существа из сансары, круговорота рождения и смерти в мирах, ограниченных кармой. Конечно, сейчас больше всего информации сохранилось именно о Будде Шакьямуни. Его жизнь – это одна из самых удивительных историй, которые нам когда-либо доводилось слышать. Сиддхартха родился в Капиловасту, в южной части нынешнего Непала. Его отец, Шудхадана, глава знатного клана Шакьев, принадлежал к касте воинов. Согласно преданиям, при рождении ребенка его родителям было предсказано, что он станет либо великим правителем, либо учителем вселенной. Отец, твердо решивший, что сын должен быть его наследником, принял все меры к тому, чтобы сын никогда не видел страданий мира. До 29 лет Сиддхартха жил в полной иллюзии. От него скрывали, что в мире существует нищета, болезни, старость и смерть. В специально построенном для него дворце жили только молодые и красивые люди, и даже цветы каждую ночь заменялись на свежие. Театральная постановка была настолько масштабной, что молодой принц и понятия не имел о том, что живет в полностью искусственном мире.
Но однажды, вопреки всему, он все же увидел четыре знамения, которым предстояло определить его судьбу. Впервые в жизни он увидел дряхлого старика, затем человека, изнуренного болезнью, мертвое тело и бродячего, нищенствующего монаха. Однажды ночью, тайком, Сиддхартха снял дорогие одежды, переоделся в монашеское платье и покинул дворец. Затем он присоединился к пяти аскетам в надежде, что умерщвление плоти приведет его к прозрению и покою. После 6 лет строжайшей аскезы, так и не приблизившись к цели, Сиддхартха расстался с аскетами и начал вести более умеренный образ жизни. Однажды Сиддхартха Гаутама, которому было уже 35 лет, уселся под большим деревом вблизи города Гайя в восточной Индии и дал обет, что не сдвинется с места, пока не разрешит загадку страдания. 49 дней он медитировал под деревом. Дружественные боги и духи бежали от него, когда приблизился искуситель Мара, буддийский дьявол. День за днем Сиддхартха противостоял разнообразным искушениям. Мара призвал своих демонов и напустил на медитирующего Гаутаму смерч, наводнение и землетрясение. Он велел своим дочерям, желанию, наслаждению и страсти соблазнить Гаутаму эротическими танцами. Когда Мара потребовал, чтобы Сиддхартха представил доказательства своей доброты и милосердия, Гаутама коснулся рукой земли, и земля изрекла: «Я его свидетельница». В конце концов, Мара и его демоны бежали, и утром на 49-й день Сиддхартха Гаутама познал истину, разрешил загадку страдания и понял, что должен делать человек для его преодоления. Полностью просветленный, он достиг предельной отрешенности от мира, нирваны, которая означает прекращение страданий. Будучи все еще под впечатлением от Ватсакета, мы решили перекусить в небольшой закусочной. Как правило, подобное заведение – это семейный бизнес. На первом этаже располагается небольшое кафе или магазинчик, а на втором, собственно, живет семья. Повсюду на стенах расклеены разные фотографии, тут же старый комод с небольшим алтарем, атмосфера сугубо домашняя, без всяких изысков. Ну, а теперь настало время немножко перекусить. Приятного нам аппетита! Ты знаешь, что такое шарим теперь? Расскажи друзьям, что такое шрим? Сейчас. Вон он, хвостатый шрим. Креветка. Удивительно, что может быть проще риса с креветками, но даже такое простое блюдо в Тае готовят безумно вкусно. Порция стоит примерно 60 бат. Мы, как правило, больше одного блюда ничего не заказывали, потому что порции приличные и голодными никто не останется. Соответственно, обед на двоих обойдется в 120 бат, что, можно сказать, очень даже дешево. Буквально пройдя 5 минут пешком, мы вышли к мосту, проходящему над каналом. Именно таким мы когда-то и представляли себе Бангкок, с его многочисленными канальчиками и плавающими по ним лодками. Но сейчас этот вид транспорта потихоньку уходит в прошлое. Давай прокатимся. Где выйдем, там и выйдем. У нас еще время есть. Пойдем? Наша первая поездка на лодке. Thank you.
Конечно, то, что для нас развлечение, для этих людей просто способ добраться куда им нужно. Сколько еще людей перевезут эти лодки, никто не знает. Но будет трудно представить Бангкок без них.